Доме культуры геофизик сегодня очень многолюдно, и это неспроста. Здесь проходит ежегодный фестиваль «Быв танцы», посвященный Международному дню танца. 14 творческих коллективов, более 200 человек-участников. Здесь даже в воздухе веет атмосфера праздника и нескончаемого драйва. Ведь Международный день танца призван объединить все направления хореографии, объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя говорить им на одном языке, на языке танца. Фестивальный конкурс на лучших из лучших. Это дружеская встреча творческих коллективов Богучанского района на большом празднике танца. Настраиваюсь, конечно, на лучшую сторону, чтобы у меня все получилось. Что говорите друг другу с ребятами перед сценой? Постараемся, улыбку держим и стараемся, как нас учили. Есть такое чувство, что маленько боимся, что что-то не получится, но... Все равно стараемся это чувство убрать, чтобы все было хорошо. Они всегда аплодируют, и мне нравится то, что все смотрят, как мой талант развивается. Фестиваль «Быв танцы» завершился массовым флешмобом всех хореографических коллективов. Конечно, сегодня на этой сцене, в этом зале, все границы всех танцевальных направлений были стерты. Замечательно, вы молодцы. И сегодня настоящий праздник. Молодости, красоты, задора и таланта. Спасибо вам большое. Все участники фестиваля получили памятные статуэтки и благодарственные письма, а зрители – массу положительных эмоций. Я хочу выразить большую благодарность всем коллективам. Получили массу положительных впечатлений. Нисколько не пожалели, что пришли в выходной день и получили вот просто невероятный заряд бодрости на всю рабочую неделю. Спасибо. Фестиваль закончился. Коллективы разъехались, и сцена опустела. Но главное, что осталось – это эмоции. Радости, счастья и восхищения. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», Богучаны.